Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Добрый день, уважаемые зрители. Біздің саяхатымыз жалғасып жатыр. Қазір Алматы, ой, кешіріңіз, Ақтөбе облысында жүрміз. Наше путешествие продолжается. Мы только что покинули Каргалинское водохранилище. О нем будет отдельное видео на канале. Сейчас мы находимся в Каргалинском районе Актюбинской области. Едем на локацию Волчий водопад. Так, мы сейчас держим путь в сторону Орска. Жақсы Қарғалы өзені. Протекает речка Хороший Қарғалы. Ну, если так прямой перевод делать. Вдоль трассы, кстати, здесь есть вот такие места для отдыха. Остановки есть старого образца советского периода. Дорога здесь, говорят, новая. Заново положили асфальт. Думаю, вот здесь вот с правой стороны съезды, они, можно сказать, наверное, или возможно даже подъехать по ним к Каргалинскому водохранилищу. Здесь, конечно, вот есть небольшой лесной массив. Может здесь и не проехать. Ну, если через горы, кто его знает. Здесь вот орел есть, там люди фотографируются. Говорят, данный водопад временное явление, в плане сезонное. Обычно это у нас весной. Ранняя весна, наверное, больше всего такой эффект водопада создается. О, смотрите, вдоль дороги строятся новые объекты. Придорожка, кафе. О, здесь еще одно озеро есть, смотрите. Небольшое такое, ну, больше похоже на небольшое водохранилище, конечно. Так, о чем я? О том, что водопад, сезонное явление, образуется за счет талых вод. На данный момент находится на территории крестьянского хозяйства. С левой стороны проезжаем действующий карьер. Что-то там народ ищет. Там с правой стороны, мне кажется, или нет, но кажется, тянутся трубы в гору, прям тянутся. Кажется, это газ. Да, и вправду, смотрите, там трубы желтые наверх тянутся, туда в ущелье уходит. Ты себя вообще снимаешь? Да, конечно. Ой, а дорога закончилась. Обманули нас. Да, сказали же до границы. А здесь граница, да? А, здесь перевал еще не успели положить, да? О, нормально так наверх поднимаемся. Видимо, еще не успели положить асфальт на перевале. Может быть, сложный перевал в плане или сложного там ложить асфальт. Едем дальше.
дорога здесь живописная, много зелени, много деревьев. Вокруг вот такие горы невысокие. Ашосай, waterfall Ачесай. Ашосай, Ашосай. И здесь получается после аула у нас тут поворот вот налево на полевую дорогу, прям не доезжая моста. Указателей здесь нет. Нашего гида зовут Ахтото, и она говорит, что ранее не слышала про тот водопад, который только что мы видели на плакате. Справа здесь у нас протекает река, и водопад, на котором мы едем. Лотосы растут, кувшины? Да. Ого! Также нам сказали, что вблизи водопада есть небольшое озеро. Вот, и по всей видимости данный водопад впадает в эту реку. С правой стороны здесь вот каньон реки, довольно глубокий, достаточно. Надо будет сюда обязательно сделать остановку, вернуться. Пока что едем дальше. Прудбам КХ Байкула. Так, о, смотрите, какая здесь красота, слушайте. Здесь красиво, неожиданно. Нам сказали, что данная локация находится примерно в 70 километрах от Актобе. Вон там внизу, смотрите, как березы растут там. Почти подъехали. Смотрите, какая большая река здесь. Сказали, что данная река называется Ашельсай. Люди рыбачат. Вон на той стороне машины стоят. Народ отдыхает. Купающихся пока не вижу. Здесь вот народ в палатке отдыхает. Хорошее место. Ну, под деревом. Там что за? Это, видимо, может быть уборная комната. Ну, так предположительно. Все еще едем вдоль реки. С левой стороны здесь какая-то времянка, техника стоит. Когда о, здесь, о, ты, здесь глэмпинг есть. Смотрите, купольный. Там юрта есть, вон люди отдыхают, машины. Катамараны, вон, 30 минут 100 тенге. Ой, 1000 тенге, да? 100 тенге. Таких цен давно нет уже. Есть беседки, тоже вот еще одна юрта. Площадка для тенниса, есть туалеты, народ в целом вот купается, здесь вот купальники висят. Есть даже футбольное поле, здесь вот здесь врата есть.
Мы сейчас находимся на территории крестьянского хозяйства Байкула. Получается, данная территория, данная земля передана в доверительное управление им. И они, видимо, здесь отвечают за благоустройство, ну или в целом здесь развивает туризм. Потому что уже вот я вижу третий или четвертый знак КХ Байкула. Есть телефонный номер, ограничение скорости. Просят не мусорить, не оставлять мусор. Эбита. Государственный природный заказник местного значения. Есть вот такие типа шлагбаумы из тросов. И, видимо, мы уже подъезжаем к водопаду. Там вот есть памятник волчица с волчатами. Сейчас пойдем на водопад. Начали наш небольшой хайкинг к водопаду. Вот такой поставили памятник. Волчица. Нам рассказали такую легенду, что у данного водопада делала переход волчица со своими волчатами. И вот эта бурная вода водопада смыла волчат. Вот. И в том месте, так сказать, они погибли. И данная волчица, видимо, может быть, возвращается к этому месту из года в год. Соответственно, назвали данный водопад Волчий. Осы сарқыраманың қазақшасы қасқырлы сарқырама болады екен. Вот, данная локация, сказали, очень популярна среди как местного населения, также говорят, даже приезжают из соседних регионов. Ну, обычно, как я ранее говорил, что данное место посещают в начале весны. Но даже несмотря на это, помимо того, что здесь, ну, то, что люди приезжают на водопад, в другой сезон, к примеру, сейчас летом, люди приезжают вот отдохнуть к этим каньонам, к этой реке, где она здесь разливается и местами даже создает такие объемы, будто, ну, сдалека кажется, как озеро. Вдали там вот вижу тоже какие-то информационные стенды. Не могу разглядеть, что там написано или что вообще там что-то есть, нет. Есть мусорные баки, контейнеры, есть контейнеры там даже для пластика отдельно. Вот такой вот еще один контейнер есть. Вот, ну, как бы пустой, то есть их вывозят. Есть вот такие блоки, не знаю для чего. Также вижу, что есть оборудованные лестницы, то есть спуск, подъем. Вот такой водопад, с этой стороны он кажется маленьким, вот, но само место очень такое эпичное, красивое, смотрите, какие камни прям изрезаны, потом смотрите, какую лестницу здесь сделали, то есть такая смотровая лестница, можно перейти с этой стороны на другую сторону, очень живописно, прям классная локация, очень классная, говорят, сюда вот весной именно прям толпы туристов приезжают, и воды, говорят, здесь чуть ли, ну, не в 10 раз больше. То есть, видимо, когда та сторона реки, вот где вот как пруд, да, так скажем, или озеро, оно переполняется, и вода просто сюда как бы льется от души. Uh,
Это вот нижняя часть, куда падает вода и дальше утекает вот так вот по ущелью туда дальше. Я также узнал, что значит пруд БАМ. Пруд — это пруд, а БАМ — это сокращение Большое Ашельсайское море. Говорят, в свое время так данное место кто-то назвал. Ну и пошло-поехало. Даже сказали, что в каких-то документах данная локация так и записана. Ну, мост, конечно, классная задумка. Прям проходишь эффектно, под тобой пропасть. Сюда вот поднимаешься дальше, на ту другую сторону. Здесь тоже есть мусорные баки. Ну что ж, полетали здесь, посмотрели, что есть, как все это выглядит. Красота, конечно. У данного водопада реально есть отличные возможности, как говорится, привлечь себе побольше даже туристов со временем. Как говорится, дальше развивать это место нужно. Вот, мне здесь понравилось, честно. Также, кстати, я узнал, чем занимается крестьянское хозяйство. Они сказали, что они здесь выращивают рыбу. Ну, то есть рыбы занимаются, и также еще огород. Вот. Ну и там еще с дрона было видно, что они здесь еще сено собирают. Енда астрат скурик. Кстати говоря, если в дальнейшем данное место будет раскручиваться и сюда, так скажем, сделают более комфортную, может быть, дорогу, еще какие-то благоустройства какое-то здесь будет, не знаю, добавят эти домики, глэмпинги, еще какие-то услуги, то, наверное, уже данное крестьянское хозяйство в будущем будет заниматься туризмом. С одной стороны, мне нравится эта лестница, потому что удобно, как бы, ну, по камням, по скале спускаться однозначно некомфортно. А с другой стороны, она искусственная, да, лестница, и в целом он немножко портит сам пейзаж водопада, вот. Ну, как говорится, здесь надо чем-то жертвовать, или, может быть, не знаю, покрасить лестницу в другой цвет, вот. А, кстати говоря, совсем забыл сообщить, что водопад искусственный, вот. Говорят, его давно-давно это сделали, создали, а кто это сделал, к сожалению, не сказали. Такой вид открывается снизу. Красота. Водопад в несколько каскадов. Да, хотелось бы сюда вернуться весной, посмотреть, насколько больше здесь воды.
Здесь, кстати, тоже есть вандалы. Видите, стены расписаны. Ренат, Рина, 2906. Вот. Ну, говорят, будут с этим бороться, то есть следить. А вот эти, которые надписи, будут стараться стереть. Один из участников посмотрел данную локацию на карте, и карта говорит, что именно вот от водопада до города Актобе более 120 километров. Вот. А я ранее говорил, что здесь примерно 70. Фух. Так что, так скажем, давайте брать примерно середину, 100 километров. Пришли, короче, вот на эту большую часть, которая выглядит как озеро. Здесь можно покататься на лодках. Так, я покататься не успел, сразу оказался в тачке. Возвращаемся в город. У нас сегодня еще есть план на вечер. Получается, примерно от водопада до асфальтированной дороги добрались за 18 минут. Держим путь в Актобе. Мы находимся примерно в 40-50 километрах от Актобе, и здесь есть подсолнечное поле. Так, отбой, ребята, это не подсолнух. Это вот такие поля, я сейчас не знаю, что это. Один из наших ребят пошел посмотреть, проверить. Только что также проехали подсолнечные поля, оказывается, они здесь тоже есть. А то растение называется чертополох. Выезжаем из Каргалинского района. Жоунус Болсон. От водопада до города Актобе добрались за 1 час и 10 минут. Рахмет, сау болыңыз. Спасибо и до скорой встречи.